Арабы говорят «Ассалам алейкум», то же самое. Вот. И когда люди должны ответить «Алейхим шалом», то есть «Мир входящему». И мы всегда, что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, мы произносим фразу всегда при любом пожелании. Очень просто она звучит. «Лоз за штейл авдервел». Пусть будет тихо в этом мире. Мы все к этому стремимся, мы все этого хотим. И залогом этому должно быть наша удача, обязательно ваше здоровье, безусловно, и наше счастье. Еврейское счастье. Что это такое? Когда к нам приходит беда за бедою, и хочется с горя завыть и напиться, и хочется с горя в реке утопиться. Но если мы можем в беде улыбаться, но если мы можем сквозь слезы смеяться и верить, что кончатся злые напасти, вот это и есть еврейское счастье. Пузы мед масл, пузы шенхайст гештар, а зиост, а бысл масл, дар ид, диганцы, вэл. Поехали вместе! Мы написали масл, мы написали ли, ты с рейдами золны шандрей, in a brain, the smazel three. Farol and mansion love. We want them to love you, sell them, push it and pistol. Mazels of whom and so late. We want them to love you, sell them, push it and pistol. Mazels of whom and so late. Mention the string. Потугин банан, узвольте нам мирингер, ей героин тебя прав. Мы ловим югти, а ей уная. Инвитен мы форму, вылвинал смер. Мы из Норвегане, усанон дарарот, обри. И фрейбер Эйза Багот. Ой, у немцы написали мазл, у немцы написали гли. Ты срыгал из солнца шатрей, и фрейбер смазал цели. Ты пошар на парле, пароли меньше злай. Ой, вон эмпи написал, и хочет лим бейсал, мазал золкумен цури. Ну где взять немножечко счастья, немножко удачи, немножко любви? Пусть обойдут вас ненастья, и радость на счастье зови. Везения много для каждого, для тебя, для вас и для него. Ведь счастье для каждого разное, уловите и держи его. Ведь счастье для каждого разное, ловите и держите его.